Здравствуйте, друзья. Вопрос сегодня я выбрал для ответа. Он такой коротенький. Знаете, я люблю коротенькие вопросы. Мне даже не пришлось его распечатывать, поскольку он в одну строчку. И вопрос этот о том, что вот программисты сверхурочные. Как вообще вот это совмещается? Программист и сверхурочный. И при всей как бы простоте и такой однострочности вопроса, там так много всего можно обсудить разного, что я пришел в некоторое легкое возбуждение и подумал, давайте вот обсудим действительно. Программист и сверхурочный. Дело в том, что начнем мы с законов как бы о труде, да? Поскольку программист, он хоть и, конечно, как это там, повелитель сыра, но все-таки тоже человек и тоже вот в той же стране живет, и по тем же законам, значит, с ним обращаются. Закон говорит так, что у нас 40-часовая рабочая неделя. И, соответственно, если человек работает сверхурочно, это все расписано. Если человек работает сверхурочно, то ему за сверхурочные надо платить. Если человек получает немного, относительно немного, там есть пороговая величина, а получает он доллары в час, то есть он оплачивается почасово. Если он оплачивается почасово и получает вот меньше, чем вот эта пороговая величина, я на самом деле не знаю, какая она сегодня, вот много лет назад там было 27-50 долларов в час. Я думаю, что сейчас, может быть, уже и 35, может быть, уже и к 40, я не знаю, просто не знаю. Если ты получаешь меньше, чем эта пороговая величина, то тебе положено платить 1,5 ставки часовые за часы от 9 до 12. А если у тебя еще больше овертайма, то ты тогда получаешь двойную ставку за все, что больше 12 часов в день. Вот такая интересная история. Значит, если ты оплачиваешься почасово. Дальше такая история. Программист обычно, ну, если он такой уже, ну, хотя бы немножечко с опытом, ну, чуть-чуть, вот, может быть, не прямо из там, из университета, он уже обычно получает больше, чем вот эта сумма пороговая. Не обязательно, не всегда, не 100%, ну, в основном. Поэтому 1,5 там ставки или 2 для него, как правило, ну, это не его история. Дальше что мы имеем? Если человек на постоянной работе, и зарплата у него не по часам, а в тысячах в год, то есть две ситуации. Значит, в зависимости от того, какого сорта эта работа, человек может быть exempt, то есть может быть исключен из общего правила, а может не быть исключен из общего правила. И общее правило все равно говорит, что надо ему за это дополнительно платить. Но если он выполняет такую работу достаточно сложную, там инженерную, там, если он ученый, если он проектировщик, вот как бы на такой креативной, ответственной работе, то он как раз и exempt, то есть программист exempt. То есть опять как бы плохо у него со сверхурочными, плохо. Но опять, я стараюсь, чтобы это интересно было не только тем, кто программист, а вообще, или там, скажем, много зарабатывает, а всем остальным тоже, значит, далеко не все люди, находящиеся там на постоянной работе, входят в категорию exempt. Значит, они, им таки, да, должны платить больше. Обычно начальство смотрит на бюджет. И если человеку нужно там остаться, ну, они смотрят, есть бюджет, нет бюджета. Если нет бюджета, ему никто не скажет, останься. Больше того, если вы, например, норовите там лишнего посидеть в офисе, вас могут и турнуть оттуда тоже, чтобы не получилось, что компания находится в нарушении закона. То есть вы их подставляете под нарушение закона. Вы в неявном виде как бы делаете их ответственными за то, что вы работали больше часов. То есть они вам не говорили этого делать, но они вам не сказали, да, допустим, они вам не сказали, иди домой и нечего тут сидеть. Тогда получается, что они уже берут на себя ответственность. Вот чтобы этого не было, в тех компаниях, где народ как-то более грамотный, достаточно грамотный, они вам не позволят там лишнего сидеть.
чтобы не нарушать, не влетать на деньги там и так далее. В принципе, здесь такая страна интересная, что люди стараются не нарушать правил игры. То есть, как бы, это часть культуры. Логически, если как начинать осмыслять это все, то получается, что выгоднее быть в рамках правил. Потому что если ты в рамках правил, то ты хорошо живешь. Если ты вышел за рамки правил, может быть, ты даже что-нибудь такое ухватил, вот, но ты при этом начинаешь сильно рисковать. Поэтому вот и взятки особо не берут, только, может быть, на очень высоком уровне, где как бы игра, так сказать, где риск оправдывает свечи, которые там сожгли по ходу дела. Поэтому простые люди не видят ни взяток, ни откатов, ничего такого, поскольку все играют по правилам. Искренне. Не то, чтобы они сидят и вычисляют, где выгодно, где не выгодно. Так вот, сверхурочно. Я вспоминаю, что первые три моих работы были постоянными, в тестировании. И, конечно, когда у тебя нормальной работы нет, и тебе попадается первая нормальная работа, и ты уже не смотришь, сколько там часов, ты думаешь о том, как закрепиться, как, ну, как бы выйти на следующий уровень там и так далее. Поэтому на первой работе я работал, ну, часов 12, так точно, 11-12 часов в день. Я даже не думал о том, что я там перерабатываю, мне было важно чему-то научиться. Вторая работа была... Мы не обязательно там работали с большими переработками, хотя были моменты. У меня, например, был день, должен был быть релиз. И там продукт был на CD-роме. И этот CD-ром нужно было отвезти в такой размножительный такой шоп, вот где их делают, эти CD-ромы. И так далее. И, в общем... Нельзя было задержать. Я пришел на работу к 8 утра и ушел в 7 часов следующего дня. В 7 утра следующего дня. То есть у меня вот такой был момент. Но это было больше как экстремальное такое, пиковое. Потому что в целом там не было уже прям такой большой переработки. Хотя была, конечно. Особенно вот там перед этим релизом. Там мы несколько недель в таком режиме были, что вот так к 8 приходишь, там до 11, до 12 сидишь. Да, потом, но там что получается, что я думаю, что я тогда получал немного относительно. И я думаю, если бы я получал почасово, так мне бы хотя бы за овертайм платили. Ну, или я бы тогда не работал так много часов. То есть я уже начинаю, да, уже когда до третьей работы, там до четвертой, ты уже думаешь, ну я же не могу работать как начинающий, вот там, не считая часов. Уже и устаешь тоже. Я когда начал работать, мне 36 лет было, это же не 20, там один. Вот, это уже трудно, тяжело было, реально, физически тяжело. И я в какой-то момент подумал, что надо быть консультантом, то есть получать почасово. Светлана моя была вообще убежденным консультантом, она не работала на постоянной работе до тех пор, пока не попала в Microsoft. Ей что-то хотелось в Microsoft очень, я не знаю. И вот ей там дали постоянную позицию. И это ее в конечном счете сломало, потому что она привыкла работать намного интенсивней. И как консультант. Поэтому, значит, там не платят полторы ставки или две, да, когда ты уже зарабатываешь нормально там. Но там платят так много, что уже и не надо полторы и две. Понимаете, когда у тебя $12, так и тебе вдруг дали 18, и ты обалдел от счастья. Вот. А когда у тебя, например, там $40 или 50, или 60, и ты работал не 8 часов, а 10, но по $60-то лишние 2 часа в день, это 120 в день, это $500 в неделю, это 2000 в месяц. А есть люди, которые $150 в час получают, и 200 есть, и 250 есть, я таких знаю. Поэтому уже не надо полторы. Вот. Поэтому такая вот история. То есть я считаю существенным еще раз подчеркнуть, что когда ты начинаешь работать,
первый раз ты приехал в другую страну, у тебя первая работа, и тебе нужно как бы себя утвердить, да, тут вот зарекомендовать, состояться, по-английски сказали бы establish yourself, да. И ты уже не смотришь, сколько там деньгами, потому что ты получаешь, в частности, вот этим вот establish yourself. У нас есть такая смешная история, когда приехал наш приятель. Это было в 92-м году. Он приехал, а он там программистом был. И месяц прошел, пока он тут нас нашел. Тогда, понимаете, не было таких средств вот, нахождения людей, как сейчас. Так все больше телефон, вот там записная книжечка. Ну, короче, он нас нашел, но прошел месяц. За этот месяц он сделал резюме, начал как-то его рассылать, и его с кем-то познакомили, с человеком, который тот давно был, много лет, и тот ему, значит, должен был посмотреть на это резюме и как-то покритиковать. И он такой интеллигентный человек, и он ему говорит: вы понимаете, говорит он, у вас резюме неплохое, но здесь не хватает самого главного. Тот говорит: а чего не хватает? Тот говорит: здесь не хватает то, что называется American Experience. Он говорит: так где же взять? Я же только что приехал. Он говорит: ну правильно, говорит человек, experience приходит с опытом. Так вот эта фраза experience приходит с опытом, она по форумам гуляла, она была такой очень известной. Так вот, experience приходит с опытом. Так ты вот за этот experience и работаешь. Это же тоже не бесплатно, понимаете? Вот, я вспоминаю студента одного, он даже проработав лет 5 или 6, так и не понял, что такое тестирование, чем он занимается и так далее. Ну, то есть совсем в упор не понял. Но мужик уже в возрасте был, но это ему не мешало, он был настолько счастливый, самодовольный человек, что как бы в собственных глазах он был просто как я не знаю кто. И вот он, когда нашел первую работу, значит, я ему говорю: ну ты, да, это был контракт там на $30 в час. Вы себе не представляете, что такое было $30 в час в там 95-м году, 4-м, когда это было, 95-м, да. И я ему говорю: ну так ты, имея в виду, что он должен опыта набираться, я ему говорю: ну ты там остаешься после там. Он говорит: а что я должен бесплатно-то работать? Понимаете? Человек, который кроме вреда ничего принести не может. Польза от него нулевая, я вас уверяю, я его знаю хорошо. Вот, ноль, понимаете, ноль пользы, только вред. Но он же мог поучиться, понимаете, а он не учился. И он говорит: что это я бесплатно там буду работать? Так вот, это не бесплатно, ты работаешь за опыт. Ты работаешь за опыт. И есть люди, которые уже состоялись профессионально, да, и все это знают, и он может пойти получить хорошие деньги. Есть люди, которые не состоялись. Соответственно, у них большие перерывы между там контрактами, если они контрактами занимаются. Соответственно, у них низкая ставка. Соответственно, ну вот все остальное там прилагается. Вот, поэтому мой призыв состоит в том, что когда вы смотрите вот на сверхурочные, там не сверхурочные, программист вы или тестер, или вы там, я не знаю, трак-драйвер или там кто-то, это не важно, каким конкретно делом вы занимаетесь, но все-таки вы должны сказать себе: я должен состояться в профессии, я должен состояться на рынке. И вот это и есть самая большая ценность этого всего. Это не деньги, которые вам заплатили. Я знаю людей, которые начинали с $12 в час. А у нас есть полно студентов, на бесплатную практику идут. Она не бесплатная. Они там получают опыт, они там получают вот этот самый American Experience. И после этого они идут там на 25, на 30, на $35 в час работать сразу же. Но и $25 тоже не так много, но если ты видишь через год, там, скажем, 100 тысяч, да, так какая разница, сколько тебе дали вначале? Я знаю людей, которые начинали на 12.50 и через год имели 100 тысяч. Потому что не имеет никакого значения. Ни сумма, ни количество часов, которые ты там потратил, там и так далее. Вот, поэтому протягивание ножки протягивать надо по одежке. Поэтому пока одежка там одна, значит, так протягиваешь. Когда одежка там немножко прикупился, уже больше вытянул,
Вот, а то и на стол положил, если там настроение такое, вот, и так хочется именно на стол. Вот, но такая вот хохмочка. Я под завязку вот что скажу. Сейчас вообще зарплаты очередной раз пошли в рост. Пишут, что в июле, сейчас август, да, вот в июле 2016 года на 3,4% люди зарабатывали больше, чем по стране, больше, чем год назад. То есть мы, с одной стороны, достигли вот то, что называется full employment. Federal Reserve Bank сказал месяц назад, что они считают, что уже все, уже больше нет людей на рынке труда, больше нет. То есть в IT-то их и давно нет, но в целом по стране. И вот зарплаты пошли в рост. То есть если они не поднимут, они, конечно, хотят поднять банковский интерес, вот, то мы тогда пойдем в рецессию. То мы тогда пойдем в инфляцию. Вот, поэтому вот такой момент сейчас очень интересный. Но, в принципе, когда людей не хватает, возникает большая потребность в работе овертайм, сверхурочных. Вот. Так что я в данном случае не имею в виду конкретно программистов. Там люди работают очень много, и сейчас это очень принято. Если вы будете работать даже в больших компаниях, очень серьезно, там тоже народ работает денно и ношно. То есть они, конечно, не работают там вот эти вот 40 часов. Это в Кремниевой долине, да, мы, конечно, ограничимся Кремниевой долиной. Я не хочу сказать, что по всей стране так, но вот у нас так. То есть люди работают очень много часов. Поэтому им на работе там вот пытаются создавать какие-то условия. Там у них и бассейны там строят на кампусах, там у них и покормят на месте, и автобусами, там Google, например, там Facebook в Сан-Франциско и обратно возят автобусами, которые оборудованы компьютерами, чтобы они могли еще и по дороге поработать, если кому хочется. Ну, не обязательно, могут просто там поиграться в игрушки, если хотят. Но вот такое вот очень интенсивное действие происходит, очень интенсивное. Все, ребятки, счастливо. Я прибыл к месту прохождения, так сказать, ну, не могу сказать трудовой повинности, но, в общем, да, прибыл на работу. Так, сейчас мы подрулим. Сейчас 10 часов 15 минут утра. И объезжая вокруг здания, я думаю, встану-ка я где-нибудь в тенечке, если удастся. Ну, вот видите, как с тенечком плохо. С тенечком плохо. Ладно, встанем как есть. Ну, что теперь делать? Так, оп. Я не отключаюсь, потому что думаю, надо вас лично поприветствовать. Оп. Сейчас мы камеру повернем для личного приветствия. Окей. Вот, друзья, лично приветствую. И хочу сказать, что если вы хотите быть программистом, особенно если вы хотите быть им в Кремниевой долине, вы будете работать много сверхурочных. Вот. И если вы хотите не работать сверхурочных, но все равно жить хорошо, и именно программистом, то, может быть, надо куда-то подальше вот так отъехать, где нет вот этого дурдома. И просто работать. В целом, я думаю, если мы так рассредоточимся по стране, то в большинстве как бы географических там регионов программисты так сумасшедше не работают, как здесь. Я пытаюсь от солнышка как-то защититься. Вот так, такая вот история. Счастливо.